друзьям и дедушка с вами. О, всем салют! Бла-бла-бла-бла. Ты что, икаешь? Да? Во что играешь? С мимимишками будем играть. С мимимишками? Да. Ну, давай. И кто это? Как его зовут? Иди ко мне поближе. Это зовут? Да. Кто это? Кеша. Это Кеша? Что Кеша будет делать? Давай нажмем на вот этот блокнотик. Вот какой Кеша у нас, видела? Медитирует. Нет, это тучка. А, это тучка. Что тут делать надо? Надо нажимать на что-то. Надо наставлять части. Предметы на свои места, да, раскладывать? Да. Давай шапочку положим на свое место. Так, книжка. Книжка куда? Книжка. Вот. Сюда. Так, портрет. Смотри. Да. Вот сюда. А, вот сюда? Точно. Лыжню. Так, лыжню куда? Вот сюда. Вот сюда. Для тебя салют, смотри. Тучка? Пойдем дальше. Что здесь делать можно? Давай. Как его еще раз зовут? Кеша. А, Кеша? Кеша, ты как будешь туда идти? Нет, туда же возвращаться не будем. Так, Кеша, давай, что здесь делаем? Рыбу надо поймать, по-моему. Точно. Надо. Ага, ее надо кормить, а не ловить, смотри. Да. Слушай, по-моему, все наоборот. Мы ее вначале покормим, а потом ее удочкой выловим. Слушай, Ляня, не успеваю, их много. Зеленая, синяя. Давайте уже ловить. Тут же удочки, глянь, есть. Почему мы их кормим? Давай, давай. Слушай, я не могу, их очень много. Они приглашают друзей, я думаю. Как только я начинаю давать одному, он зовет своих друзей и говорит: приходите. Тут халявно дают поесть. Все, я больше не могу. Можно закончить? Фух, как чувствовала, что я больше не могу. 48 рыбок мы покормили. Но мне нравится, кстати, графика в этой игре. Ты продолжаешь икать? Да? Да. Теперь дальше идти надо. Куда пойдем? Я что-то выглядываю? Не знаю. Пошли узнаем. Вот, труба выглядывает. Вот, смотри, какая-то звездочка. Давай ее возьмем. О-о-о! Кто это? Ну, по-моему, он не очень доволен. Давай на замок. Так, давай, нажимай. А это они нас предлагают купить нам что-то. А мы пойдем искать, что здесь можно бесплатно еще поделать. Давай сюда. Так, что мы здесь делаем? Надо что-то ремонтировать. Смотри, здесь можно ремонтировать и собирать машину, я так понимаю. Смотри, кресло. Ой, большое колесо у нас. Вот сюда. Сюда мы дверь. Маленькое колесо. Вот сюда поставим. Что это? Сирена. Сирена, молодец. А это лобовое переднее Все. Стекло. Салюты. Прикольная машина. Интересно, зачем есть сирена? И все время нам предлагают купить полную версию. Давай ракету соберем. Раз. Можно мне собрать? Давай. Так. А ты мне подскажи, куда? Нет, ты сама. Давай, давай. Хорошо. Как думаешь, куда эту деталь? А это? Ну Ура! Вот. Молодец, собрала ракету. Красивая ракета. Давай. О, нет, давай выйдем. Пойдем дальше. Посмотрим, что здесь давай еще есть. Пойдем вот туда к звездочке сходим. Смотри, он что-то будет собирать. Кто это получается? Жираф. Думаешь, жираф? Какая-то шея коротковатая.
Он, наверное, здесь может еще что-то собрать. О, давай сюда. Ой, слушай, тут не маленький. Мы, наверное, зашли в какой-то тоже. Сейчас будем собирать. Кто это? Ёжик. Ну, давай сама. А как? Я не знаю. Ну, наверное, ты должна его украсить. Что ты делаешь ему? Основание, да? Кладешь. И теперь, наверное, пуговички надо разложить на места. Давай, куда ты эту пуговичку положишь? Ну, там, наверное, зеленая. Может быть, сюда? Вот, видишь, надо? Она же по размеру подходит. Пуговичку на свое место. Вот сюда. Какая это пуговичка? Вот эта. Синюю пуговичку куда кладем, ребята? Вот сюда, это глазик. Скрепку вот сюда. Не знаю, но куда-то ее тоже надо положить. Вот. Да, вот такой у нас ежик. Ему нужны ножки. Кстати, такого ежика можно прямо сделать. Оп, нет салюта. А есть. Давай соберем домик. Давай ребятам покажем, что здесь еще есть в игре. И тогда... Уже, когда мы посмотрим все, можно будет вернуться к которому тебе нравится. Мне нарисовать рекламу. Если ты не подписался на канал Байрис, то подпишись. Ставьте лайк и ставьте подписывайтесь лайк. На канал Валеришка Сим. Ставьте лайки и тыщи. Давай уже, Мишка к нам Давай. Вернулся. Давай пойдем еще к звездочке сходим. А, он, смотри, будет сейчас кого-то делать. Ой, белый квадрат малевича. Давай, давай, иди к звездочке. Давай тучки на север. Давай. Крокета. Ух ты, он будет взлетать. Пошли к тучке, пошли к тучке. А вон, смотри, что-то еще интересненькое нам показывает, что можно идти сюда. Звездочка. Давай. Давай Вот он сейчас будет бить. Тучка. Вот это тучка, да? Да. Давай познакомимся с тучкой. Может? Привет, тучка. Можно вот купить этого персонажа и играть тучкой. Да, мы поняли, что можно купить. Ну, ребята, напишите, хотите ли вы, чтобы мы поиграли тучкой? Напишите в комментариях, да. И мы обязательно... Только ну, пока только Кеша нам открыт. Давай я проводочек уберу. Наш лисеночек запутался в проводе. Вот, смотри, давай сюда. Надо как-то обойти тучку, иначе нам сейчас будет постоянно говорить, чтобы мы играли тучкой. Почему? Почему надо обойти тучку? Вот сюда, мы с тобой здесь были. Видишь, мы с тобой собирали уже. Пойдемте сюда, ребят, пойдемте. Что здесь интересненького? А здесь у нас, знаешь, кем станет наш? Борг? Дворником. Смотри, он будет помогать сейчас очищать от листьев. Можно? Давай. Так давай. Вот такой он трудолюбивый. А вы, друзья, помогаете маме убирать в комнате? Напишите нам, только честно. А ты помогаешь маме убирать? Да. Я еще за нее посуду. Прям за меня надо мыть посуду? Да. Ну ты какая? Может быть, ты просто помогаешь? Неправду говорит. Ты просто мне помогаешь. А то кучу, что ты делаешь все за меня. Да. Ты так активно все делаешь. А ты заметила, что ты икать перестала? Да. Ну все, друзья, вот такой у нас чистый теперь парк. Все, что убрал. Давай посмотрим, что тут еще есть. Давай пойдем еще пройдемся и посмотрим. Я где-то здесь. Почему нельзя к тучке идти? А возле тучки нас все время просят играть тучкой, предлагают. Почему? Смотри, глянь, фотоаппарат. Это можно купить, играть в него.
Смотри, смотри, можно сесть, покататься, полетать. Нет. Смотри, тише. Смотри, вот к звездочке сейчас придем. О, смотри, он полетел. Ух ты, смотри, как улетает. Смотри, там, Лянь, прям какой-то парк. А там, смотри, какой-то кинотеатр. А ну, пойдем посмотрим. Чучело. 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 Тоже чучело просят нам. Чучело. А вот смотри, какая интересная территория. Звездочка. Что это он здесь будет делать, как думаешь? Что он будет делать здесь, мы узнаем в следующей серии, Валеришка. Ну а сегодня мы передаем два приветика. Даше Критской привет! И Антону Калому привет! Все остальные приветы завтра в новой серии. Подписывайтесь на канал Валеришка Сим. Ставьте лайк. Ставьте лайки. До завтра, ребята. Пока. Привет, друзья. Валеришка с вами. Всем привет. Привет, Валеришка. Привет. Я открыла новую игру еще Мимимишки. Мимимишки 2? Да. Давайте, ребят, посмотрим обзор этой игры. Здесь у нас есть локация тучки и как зовут вот этого желтенького? Цыпа. И цыпы. Давайте посмотрим, что есть в этой игре. А локация Кеши. В этой игре локация Кеши, и она платная, и еще здесь какая-то классная локация, цирковая. Если понравится эта игра, пишите в комментариях. Купим тогда полную версию, поиграем целиком, да, в эту игру. Вот это и вот это купим. А пока давай с цыпой поиграем. А мы что, цыпой будем играть? Да, в этой игре можно цыпой поиграть. А тучкой? А потом тучку посмотрим. Кеши мы уже играли. В той игре, да, в первой части мы играли Кеши. Ссылочка будет в конце видео. Давай. На этот ролик. Давай сюда это. Так, что? Цыпочка. Сюда. Она у нас знаешь, что делает? Что? Она у нас шапочки, по-моему, одевает. Это что? А, мы елку украшаем. У Цыпы Новый год только наступил. Цыпа, у нас уже давно Новый год прошел. Так, а это что, шапка для Цыпы? А вот, давай переоденем. Это да. А как ее снять? Цыпа. Цыпа. Цыпа, ты куда пошла? Все, убираем эту шапочку. Цыпа, давай ты будешь лучше вот в этой. Смотрите, какая Цыпа смешная. Давай ее куда-нибудь поведем. Давай к зонтику. Зонтик давай к зонтику. Цыпа, как тебе зонтик? Так, что мы тут еще можем сделать? Чаек, что ли, ей можем сделать? Смотри, действительно, чай. Ну что, Цыпа чай пьет? Чай? Блин, чай пьет? Да. Давай ей дадим чай. Цыпа, будешь чай? Не знаю, Цыпа, по-моему, не оценила. Да будет она чай, ты чего? Может, ее как-то везти надо туда? Еще у нас Цыпа, ляньте. Ой, смотрите, она куда-то перемещается. На санке, что ли? О, точно! А ну! Да, хочешь подергать ее? А вы уже играли во вторую версию игры? Ребят, как вам это вариант? Новогодний, но тоже прикольно. Давай к тучке пойдем. К тучке и сейчас пойдем в гости к тучке. Давай вот. Еще посмотрим, что вот это такое. А это что? Не знаю, давай Цыпа. Цыпу туда отправим. Цыпа. А, ну, Цыпа, иди вот сюда. Что это такое, Цып? Цыпа. А ну, давайте посмотрим. Вот сюда. А ну, Цыпа. Смотрите. Друзья, она куда-то села. От нее одни стрелки остались. А это мы что, ее искать должны? А, Цыпа, выходи. Цыпа, как ты выйдешь оттуда? Цыпа, что, домой зашла? Это ее дом или что? Я не боюсь. Цыпа! Цып-цып-цып-цып-цып-цып! Ну, пойдем сюда. Что это такое интересное? А вон наша тучка, смотри, сидит. Что она там делает? Ничего пока. Так, елку мы нарядили. Тут, оказывается, снеговика! Еще можно было снеговика слепить. Давай слепим. Давай. Головку тебе. Головку. Опа. Вы, кстати, уже лепили снеговика, ребята. У нас наконец-то выпал снег за все это время, да, Валеришка? И да. Мы наконец-то слепили снеговика. Только вот сейчас, да, в январе.
А вы когда лепили снеговика? Расскажите, а лучше ВКонтакте присылайте в нашей группе фотографии своих снеговиков. Устроим целый конкурс. У кого красивее был снеговик? Ты всю елочку украшаешь? А это для Цыпы шапочка. А это что, копать снег, что ли? Не знаю, лопата. Это что, снеговика снег? Кстати, можно шапочку на снеговика? Можно? Ну, давай посмотрим. Нет? У него шапка вслепилась. А, давай посмотрим. А куда лопату можно, ребят? Ребята, напишите, куда вы думаете лопата? Для чего? Может быть, просто снег надо было бы собирать? Нет. Так, может... есть машинка. А это что такое, как ты думаешь? Я не знаю. Давай сюда попробуем нажать. Сюда? Но она не нажимается. Смотрите, вверху как будто туалетная бумага зелененькая точечка. Давай пойдем сюда, что так, это? Так, а что же вот это такое интересное? Может, туда надо машинку положить? Смотри, глянь, действительно, он упаковал. Ребята, он упаковал подарок. Мы машинку положили, а он упаковал. Вот смотрите, давайте вот сейчас магнитофон запакуем. Можно мне запаковать? Давай. Я сама не очень понимаю, как его туда засунуть, вот в эту дырочку. А ну-ка. Давай засовывайте вредным. Давай его, Валеришка, вот туда, так, в эту машину подарочную. А может, магнитофон туда нельзя засунуть? А ну-ка, может... Давай попробуем. Сейчас мы с двух сторон, с этой и с этой попробуем. Нет. Не засовывается, да? А, ну давай попробуем подарок распаковать. Можно его распаковать? Может, он и запаковывает, и распаковывает? Нет, он только запаковывает. Ладно, друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь. Рыбки какие. Смотрите. Вот, глянь. Мы... Ого! Гляньте, мы ловим их или достаем просто? Разбрасываем. А что с ведерком можно делать? Водичку набирать? Сетка странная, да, ребят? А это коньки, смотрите, ребят, там коньки висят. Так, и как же нам достать нашу цыпу? Давай зонтик упакуем еще. Ну, пойдемте, друзья, в гости к Тучке сходим. Тучка, привет-привет, давай мы к тебе придем. Смотри, вот наши персонажи внизу. Ребята, смотрите, внизу персонажи. Кто это, лисичка наша? Кто это? Вот это кто, Валеришка? Это такая лисичка, не понятно. А что это она такая странная? Не знаю. Может... Так, вот наш Цыпа. Нет. О, мы Цыпу достали, ребята, вот он оказывается. Так, Цыпа, как пойдем в гости? Пошли в гости к Тучке. Вот, наш Цыпа пришел в гости к Тучке. Так, получается, что мы Тучку только вот так вот смотрим, да? Как-то вот сбоку. И тут у нас шоколад, да, какой-то, смотрите, ребят. Что это вообще? Может, их покормить? Давай, давай, вот игрушка на елку можно повесить. А, на нашу елку? Да. Вообще-то я думала, что эта Тучка пойдет вешать. А что Тучка вообще делает? А, друзья, вот Тучку мы, оказывается, достаем. Надо достать его было, видишь? С дома и отправить на каток. И Тучка катается. Давай Тучке оденем коньки. Или он уже их сам одел? А ну-ка. А что Тучка будет с рыбой делать, интересно? Тучка, хочешь рыбу? Она ее съела, слушай. По-моему, я ее... А ну, пойдем, знаешь, что Тучку отправим подарком. Как-то здесь странно. Если в первой части у нас герои ходили сами, да? О, смотри, мы Тучке вручили подарок. И что она с ним делает? То здесь мы персонажа переставляем, ребят. И он сам вообще как-то передвигается, по-моему, наш персонаж только на катке. А Тучка будет чай? Да подожди, дай ей доехать до чая сначала. Так она не двигается, она катается на катке просто. Дай ей дойти сначала до чая. Так.
Ну, теперь у нас поменялись местами. У нас уже Цыпа в гостях. Цыпа, будет торт? Цыпа, есть торт, смотри. По-моему, очень вкусный Цыпа. А ну, а ты шоколадку хочешь? Ну, по-моему, компьютер сейчас съест. А вот это можно побить? Смотри, в бубен. Тучку позовем. Тучку, давай, тучку заберем. Так. Сколько? Как же нашего тучку напоить чаем? Ну, сейчас с подарком катается, смотри. Так. Тучка, ну иди сюда. На мостик давай его отправим. Он еще как-то не передвигается, да, смотрю, ребят, дальше нашего... Он встал. Мне кажется, что первая часть была покруче. Ребят, напишите, какая вам понравилась часть игры больше? Первая? Вариант, да? Или вот сейчас вот выпущена была вторая версия игры? Ну, а мы тогда сегодня будем уже прощаться. Будем передавать привет Анастасии, видеоблогер. Привет! Привет, Катя! И Кате Кракиной. Привет, привет, Катя! Ну, остальные приветики в новой серии, ребята. Да. Не забудьте нажать на красную кнопочку, тогда вы не пропустите нашу новую серию. И на сердечко. Или на сердечко, а потом на красную кнопочку. Ну, а до новых встреч, ребят. До завтра. Пока-пока. Какое мое видео, ты хочешь посмотреть дальше?